В этом весь Рома. Рома, блядь! Thank you.
вот и начинается грязимес. Как объезжать будем? Справа надо. Опять. Опс. Так. Как тебе такое на полном приводе боку? Нормально. Что-то его развернуло там. Да. Не помнишь, где здесь лучше ехать на пите? Справа, да, Ром? Да. Здесь на питбайке справа лучше ехать, да? Не помнишь? Да, по-моему. Просто вот здесь возни, вот там вот осторожно и все. Ну, и да. На ходу лучше ехать. Вправо вытащи. Хочешь сюда? Не? А? Не, я не тебе. Я думаю, да есть, тебе раунд промочил чутка. Фу, прикольно.
чтобы опереть. Я знал, что здесь надо на ходу проходить. Нормально, на ходу все проходит. Короче, в яму кто-то свалился, я думаю, ну, спокойно. Да, нормально. Протекторы засираются, а мне вообще пофиг. Ага. Я понял то, что на ходу надо все ехать, проходить. А этот, короче, еще Миша хотел на бедлоге, он говорит, нет, я не поеду, он сейчас пожалеет. Что ты нам опять не говорился? Я говорю, Миша хотел, я тебе говорю, я пока квадрик не куплю, что больше не поеду. У меня просто протектор. Да, я понимаю, да, мне тоже. На квадрике легко, конечно. Конечно, там равновесие не надо держать. Да. И огромные колес. Протекторы. На питбайке сложно, конечно, перед больше загружать, потому не что надо есть просто газом проходить перед перстанием. Смотри, надо помогать, ой, он ой, тоже попал. Вообще на пенежайке на полном, без блокировок, вообще. Сейчас я на какое-нибудь дерево обопру, надо помочь. Замечательно, поразительно, гениально. Блин, я вот еле выбрался. Еле выбрался из этой фигни, просто с газа. На ран нажми. На что? На ран. Дальше уже сухо будет какой-то промежуток времени. Дальше сухая дорога. Я
правило сломается. Можно садись туда, блядь, быстрее. Посмотрим. Да, давай посмотрим, что там. Давай. Оставь их в покое. Дальше. Там не проехать? Я там не проеду из-за березы, видишь? Я соскользну и упаду глубоко. А. Наверное, левее, мне кажется. Не ну туда вот, точно. Вот, вот здесь можно. Да. Oh.